нужно обязательно хочет и показать. Ну, типа, я же не грустный, я тоже могу так улыбаться. И вот реально, я вам говорю, догнал человек полчаса назад, он сделал мне прям день, я просто отвлекся, мне нужно было позвонить, из-за этого я не мог с вами поговорить. Да не, не полчаса, а может быть даже 15 минут назад. Ну, суть важно, я просто разговаривал по телефону, сейчас вот закончил. И, короче, ну вот. И суть того, то, что он прям мне день очень мне хороший сделал. Я прям счастлив. Ребят, это супер, когда вы улыбнетесь кому-то, кто-то не успел улыбнуться и прям вас догоняет и в ответку вам улыбается. Это очень приятно. Очень приятно. Это прям, прям знаете, на душе так приятно, так легко становится, когда человек не то, что злая такая улыбка. Я тебя догнал, а прям он так смешно улыбался, так до ушей прям, улыбка была до ушей. Я ему улыбнулся, он не успел улыбнуться, я вам повторяю. И он получается, я видно ему хороший день сделал, ну, ему стало легче, я так улыбнулся ему не со зла, а так, ну, знаете, как обычно улыбается, спокойно. И он прям догнал меня и в ответку улыбнулся, потом еще раз второй догнал и второй раз улыбнулся. Ну и потом съехал влево, ему нужно было влево уехать. Он уехал влево, не перегонял меня. Ну, было супер, спасибо человечку, кто это был. Он прям мне сделал очень приятно вечером. Вечером у меня настроение прям огонь. Улыбаемся и машем всем. Ребят, хорошего вам вечера, хорошего вам прям, блин, изумительного вечера, изумительного дня, когда вы смотрите мое видео. Ребят, я просто хочу, чтобы вы с позитивом относились ко всему. Негатив убирайте, позитив оставляйте. Обязательно, если вам нравится музыка, обязательно включайте музыку, которая вас не напрягает, а расслабляет. Я лично люблю любую музыку. Я меломан, я люблю всякую музыку. Вот, но это мы поговорим в другой раз. Но я люблю всякую музыку. Но большинство люблю такую, знаете, чтобы, ну, как бы настроение поднимал, какую-то энергетическую. Ну, то есть быструю музыку. А потом, если, допустим, в течение дня я могу спокойно какие-нибудь классическую, еще что-нибудь послушать. А так я люблю, ну, чтобы она прям... Вот, и она прям настроение поднимает, а потом уже спокойно, можно спокойную какую-нибудь музыку дальше послушать. Ну, это смотря как. Да, к вечеру можно спокойную какую-нибудь такую классику, да, как там Бетховен, еще... У каждого свой, ну, свой вкус. Да, у каждого свой вкус, как и по девушкам, так и по мужикам, у девушек, для мужиков, кто-то там не любит, кто-то любит, а у каждого, и как по музыке, так же и по фильмам, так же и по всему остальному. Так что вы смотрите сами, у каждого свой хобби, да, каждый свой индивидуал ищет индивидуал сам по себе, и я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что у каждого есть свой потенциал, и он его, конечно, в дальнейшем покажет, раскроет. Я желаю всем, чтобы раскрыл сам каждый свой потенциал. Может, кто-то там крутой бармен, кто-то крутой бухгалтер, кто-то крутой еще кто-нибудь. И вот так вот каждый раскрыл бы. Я вот этого желаю вам от всей души, ребят. Будьте счастливы и обязательно с хорошим настроением. Больше позитива. Ребят, самое главное позитива. Не расстраивайтесь, самое главное не расстраивайтесь. Все в жизни будет. Если вы прошли что-то, это вас Бог показал вам путь. Вы попробовали, у вас все не получилось, ничего страшного, идите дальше. Идите дальше. Пробуйте и пробуйте, у вас все получится, ребят. Я вам гарантирую, что у вас все получится. Я иду, потихоньку иду, я пробую. Вот решился я попробовать в YouTube. Я пробую в YouTube. Если вам нравится мое видео, обязательно лайки ставьте. Подписывайтесь на мой канал. Я очень буду всем рад. Я надеюсь, это видео все равно кто-то да посмотрит. Может, потом передаст. Я буду пытаться вас настроить на хороший лад. Я хочу, чтобы все были очень... Все
просто довольны были. Все были в хорошем поднятом настроении. Я очень это искренне желаю. Ребят, давайте жить дружно, давайте быть счастливы. Счастье — это самое главное для всего, ну, для всех, для каждого человека. Так что я пока еще свое, конечно, счастье не нашел, но я счастлив. Я живу, я счастлив. Для меня это счастье, что я живу, что я еду. Я кайфую, я смотрю, я людям улыбаюсь. Ребят, я тоже хочу от вас такого. Может, у меня вот это все в душе, я все это выплескиваю и показываю в Ютубе. Ребят, это правда. Я не люблю лгать. Давайте лгать не будем друг другу. Если больше лжи будет, так и все и будет. Если ложь будет, то это будет и опять же все настроение не поднято, это будет негатив, это никакого позитива не будет. Давайте будем в хорошем настроении. Хорошее расположение духа. Я вам гарантирую, что все будет супер. Давайте улыбаться чаще. Друг другу улыбаться. Просто смотрите, когда улыбается человек, вы посмотрите, у него столько энергии. Он прям доволен. Если вы улыбнетесь в ответ, вы просто от него столько позитивной энергии заберете. И он вам ее хочет отдать, чтобы вы позитивны были. Потому что у него ее передоз. Это энергии передоз, как говорят. Ну, в хорошем смысле, я не имею в виду в наркоманском каком-то, а именно в хорошем смысле, передоз. И он хочет вам настроение поднять, им подарить. Ребят, дарите друг другу настроение хорошее, я вам гарантирую, все будет супер. Ребята, я надеюсь, это видео кто-нибудь посмотрит и передаст другому и скажет: давай улыбаться, давайте почаще улыбаться, и у вас все будет супер. Я позитивом только заряжаю, я хочу, чтобы все были позитивны. Давайте почаще улыбаться. Ребят, вам всем счастливо, счастливой дороги, счастливого настроения, хорошего настроения, счастливой дороги, и все будет прекрасно. Всем пока-пока, увидимся.